Президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итоги деятельности правоохранительных органов в 2016 году. Центральной темой на совещании с представителями всех ветвей власти стала оптимизация правоохранительной и судебной систем. По словам президента, главная задача – повысить качество госуправления и поднять его на новый уровень. Требования к работе правоохранительной системы страны будут повышаться. Это для вас не секрет. Она должна быть не только максимально эффективной, но и оптимальной. Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом. Среди других затронутых тем – экономия средств, избавление от формализма в работе, борьба с коррупцией, обеспечение экономической безопасности государства. Отдельно Александр Лукашенко подчеркнул важность профилактической работы. Профилактическая работа должна быть практической и действенной. Я вчера, рассматривая вопросы актуального функционирования нашего государства, обращал внимание на это при рассмотрении декрета номер 3 о социальном иждивенчестве. И говорил о том, что именно этот декрет направлен как раз на профилактику. По словам президента, сегодня требуется повысить эффективность работы всех структур изъяний в правоохранительной и судебной системе. В первую очередь необходимо развивать конструктивное взаимодействие. Перед всеми структурами правоохранительной системы стоит задача максимальной скоординированности действий. В этом плане еще немало проблем. Одна из них – дублирование функций. Компетенция каждого органа должна быть предельно четко сформулирована, чтобы не допустить двойного толкования. За последние 10 лет преступность снизилась вдвое. Республика вошла в десятку стран мира с наименьшим уровнем преступности и высоким уровнем безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот процесс не должен сказаться на качестве функционирования правоохранительной и судебной системы.